Нехотя, но весна приступает к своим должностным обязанностям. С установлением плюсовой температуры воздуха зимнюю рыбалку пора отложить до лучших времен. Выход на лед становится опасным. Вероятность провалиться растет с каждым днем. Сотрудники МЧС предупреждают рыбаков об опасности под ногами и предостерегают – улов может стоить жизни. Сегодняшний день по нашей самой крупной артерии – это река Волга, горское водохранилище. Уже наблюдается открытая вода вплоть до пеньков и выше – это Приволжский муниципальный район. При таком развитии событий мы предполагаем, что уже к выходным дням вода может дойти до Кинешемского района открытая. Вот. И тот лед, который в настоящее время имеется, конечно, его средняя толщина там в районе берегов 20-30 сантиметров, но хочу сказать, что это уже не тот лед, который образуется зимой. Сейчас он подмывается течением, он подмывается дождем, который идет, он тает, меняется его структура, меняется его плотность. Это, конечно, увеличивает риски провала людей и техники под лед. И вот в связи с нашей встречей очень бы хотелось обратиться к жителям Ивановской области, к нашим гостям, кто услышит. Категорически нельзя выезжать на лед на транспортных средствах, в том числе на снегоходах, и всячески ограничить выход на лед для подледной рыбалки.